Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем запускать небольшой аквариум. Такой себе подсадничек на доращивание, ну и все тому подобное. Но при всем при этом хотелось бы его сделать красивеньким. Да, задний фон не располагает, ну то такое уже дело. Это все явление временное. Поэтому давайте просто молча сие дело собирать. Первое, что нам понадобится, это, конечно же, фильтр. Фильтр куда-нибудь вот сюда устанавливаем, так, чтобы воздухозаборная трубка выходила наружу. Также, хоть и не будем прямо сейчас это все дело подключать, но поставим сразу же сюда и обогреватель. Сие дело тоже весьма нужная и весьма полезная. Почему-то у нас выкручивается липучка. Вот таким вот форматом. Ну, да, немного свет бликует нам сам аквариум, но что поробишь. Если я сие дело выключу, то, наверное, будет гораздо хуже. Давайте сразу еще установим сюда градусник, и я попробую остановить видео и, возможно, чего-то поменяю, может, будет лучше видно. Ну, вот так вот это дело выглядит без подсветки. Даже если берем фокус, то очень темно. Ну, такое себе удовольствие, поэтому, наверное, я все-таки вернусь к освещению. Да, так он выглядит страшнее, но ничего не поделать. Давайте, наверное, сразу приступим к закладыванию всего остального. Имеется у меня тут два вида грунта. Шорненький и беленький. Честно говоря, я не знаю, что это у нас за породы. Но меня особо это и не волнует. Я все равно планирую его смексовать. Так оно будет куда симпатичнее, как по мне, выглядеть. Посему выкладываю ровно столько, сколько мне нужно. И будем уже потом продолжать. Итак, грунт мы насыпали, засрали все, что только могли в округе. Слава богу, что это все за кадром. И теперь давайте устанавливать декорацию. Первое, что у нас пойдет, это вот такая вот коряшка. Симпатичный малый. Надеюсь, сие потонет. Потому что изначально оно бралось немножко для других целей. Вот так вот, думаю, будет самое то. Да, полностью он не перекроет, конечно, оборудование, но такое дело. Далее, вот такая вот симпатяшная гостюшка. Посмотрим, как мы ее сейчас поставим. Наверное, поставим ее вот сюда, слегка прикопав. Вот так. Я думаю, будет неплохо. Да, оно все в одной плоскости получается. Ну, что поделать. Вот такая растюшка с закосом на папоротник. Ну, весьма, как по мне, симпатичная. Тоже устанавливаем. Попробуем ею слегка прикрыть всю эту хрень, именуемую оборудованием. Ну и последний
Штрих вот такое вот нечто. Непонятно, я уже не помню, откуда оно взялось у меня. Но тоже хай будет тут. Да, как-то оно все в одной плоскости смотрится. Вообще не айс. Но давайте вот так попробуем. А там оно видно будет уже. Вот такая вот картина маслом получается. Ну и, собственно, на этом подготовительные моменты закончены. Можно заливать водичку, включать фильтр. Обогреватель уже будет включаться завтра, поскольку у нас 4:30 ночи. Искать, бегать по всей квартире удлинитель я не очень хочу. Поэтому сейчас включим фильтр, а завтра уже включим обогреватель. Ну, а пока что я пойду набирать воду. И да, скорее всего, одного ведра воды мне не хватит. Так что это будет более долгоиграющая беготня. Ну что ж, воду залили, подключаем фильтр. Не знаю, будет он работать, не будет он. Достаточно долго был вне аквариумов. Ну, посмотрим. Вроде покрытый, ну, меньше сантиметра, но все же. Давайте пробовать его включать. Судя по движению воды, да, что-то он еще делает. Где-то как-то он еще работает. Ну и давайте уже, так, для галочки, конечно, но добавим вот такую вот бяку. Это у нас антитоксин, убивает хлор, тяжелые металлы. Если мы переберем с его количеством, ничего страшного не будет. Ну и все это дело в дальнейшем закроется крышкой. Все рабочие отверстия будут герметично закупорены, поскольку целенаправленный это делалось под определенный вид. Да, он, конечно, впоследствии переселится уже в другие объемы, но, тем не менее, пока что он будет жить здесь, поэтому мне придется все-таки достаточно сильно перестраховаться. А на этом наше видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели его. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.